батьки Руслана. Герой моего романа, без предисловий, сей же час. Позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов. Ломил. Месье Лебе, француз убогой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему, шутя. Не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, про надежд и грусти нежной месье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего же вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу. Чему-нибудь, да как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих судей, решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадит, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог и земли отдавал залог. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг, но в чем он истинно был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимала целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он свой век, блестящий и мятежный в Молдавии, глуши степей вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, дарить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным или равнодушным. Как томно он был молчалив, как пламенно красноречив, в сердечных письмах так небрежен, одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя, как взор его был быстр, нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушной слезой. Бывало, он еще в постели, к нему записочки несут. Что приглашение в самом деле, 3 дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник, куда ж поскачет твой проказник, с кого начнет он, все равно. Везде поспеть не мудрено. Пока мест в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий бригет не позвонит ему обед. Уж темно в санке он садится, «Поди, поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. К Талон поехал он, уверен, что там уж ждет его Каверин. Пошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток. Пред ним розбиф окровавленный и трюфли роскошь юных лет французской кухни лучше свет. И Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон бригеты им доносит, что новый начался балет.
театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждый вольностью дыша готов охлопать Андраша, обшибить Федру, Клеопатру, Маирну вызвать для того, чтоб только слышали его. Театр уж полон. Ложи плещут. В артере кресла все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена стоит. Истомина, она одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает, Онегин входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, косясь, наводит на ложе незнакомых дам, Сьерус окинул взором, все видел, лицами убором ужасно недоволен он, с мужчинами со всех сторон раскланялся, потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул, и молвил: всех пар на смену, балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел. Еще муры черти змей на сцене скачут и шумят, еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят, еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать, еще снаружи и внутри везде блистают фонари, еще прозябнув бьются кони на скуче упряжью своей, и кучера вокруг огней бронят господы, бьют в ладони, а уж Онегин вышел вон, домой оденься, едет он, но... Был ли счастлив мой Евгений? Свободный, в цвете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений, вообще ли был он средь перов неосторожен и здоров? Нет. Рано чувства в нем остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Измены утомить успели. Друзья и дружба надоели за тем, что не всегда же мог бифштекс и страсбургский пирог шампанской обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был повеса пылкой, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Недуг, которому причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, ему владел понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Как чай-король, угрюмый, томный, в гостиных появлялся он, ни сплетни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ничто не трогало его, не замечал он ничего. Вдруг получил в самом деле от управителя доклад, что дядя при смерти в постели, что с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Онегин тотчас на свидание стремглав по почте поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь денег ради на вздохе, скуку и обман, и тем я начал мой роман. Но прискакав в деревню дяди, его нашел уж на столе, как дань готовую земле. Нашел он полон двор услуги, а покойнику со всех сторон съезжались недруги и други, охотники до похорон. Покойника похоронили, друзья и гости ели, пили, а после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот мой Онегин, сельский житель. Заводов, вод, лесов, полей хозяин полный, а доселе порядка враг и расточитель. И очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новы. Уединенные поля, прохлада сумрачной дубровой, журчание тихого ручья,
На третьей роще холм и поле его не занимали более, потом уж наводили сон, потом уж ясно понял он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень, верная жена. В свою деревню в ту же сначала все к нему езжали, но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, все, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, сумасбродит, он формазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит, все да, да нет, не скажет да-с или нет-с, каков был общий глаз. В свою деревню в ту же пору помещик новым прискакал. И с той же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленский. С душою прямо кеттингенский, красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженный речь и кудри черные на плечи. Он с лирой странствовал на свете, под небом шиммера и гетти. Их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем. Ему с возвышенных искусств счастливец он не постыдил. Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы детской мечты и прелесть важной простоты. Богат, хорош собой, Ленский везде был принят как жених, такой обычай деревенский. Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Взойдет ли он, тотчас беседа заводит слово стороной, а скупки жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай, ей шепчут, Дуня, прими чай. Потом приносит и гитару, и запищит она, бог мой, приди в чертог ко мне золотой. Но Ленский, не имев конечной охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство поскорее свести. Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны между собой. Сперва взаимные разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом, потом уж стали неразлучны. Так люди, первый каюсь я, а делать нечего, друзья. Но дружбы нет и то и между нами. Все предрассудки истребя мы почитаем всех нулями. Единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны. У многих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений. Хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал. Но правил нет без исключений. Иных он очень отличал и в чужие чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылкий разговор, и ум еще в суждениях зыбкий, и вечно вдохновенный взор. Онегину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал, глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет. Пускай пока он живет, доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет, и юный жар, и юный бред. Ах, он любил! Как в наше лето уж не любит. Как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтанье, одно заветное желание, одна заветная печаль. Не охлаждающая даль, не долгие лета разлуки, ни музам данные часы, ни чужеземные красы, ни шум веселья, ни науки души не изменили в нем согретой девственным огнем. Чуть отрок Ольгою плененный
Сердечных мук еще не знав, он был свидетель умиленной ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы, друзья, соседы и отцы. Глуши под сенью смиренной, невинной прелести полна, в глазах родителей она цвела, как ладыш потаенный, незнаемый в траве глухой, ни мотыльками, ни пчелой. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила, глаза, как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан, все в Ольге. Но любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нашего романа мы ее своевольно осветим. И что же, оно приятно, звучно, но с ним, я знаю, неразлучно воспоминания старины или девичьи. Мы все должны признаться, вкусу мало у нас и в наших именах, не говорим уж о стихах. Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него вжиматься. Больше ничего. Итак, она звалась Татьяна. Ни красотой сестры своей, ни свежестью румяной не привлекла бы на очей. Дика, печально, молчаливо, как вань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день она сидела молча у окна. Ей рано нравились романы, они заменили все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама от Ричардсона без ума. Куда? Уж эти мне поэты. Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера? У Лариных. Вот это чудно. Помилуй, тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало. Не могу понять. А Сергею, что такое? Во-первых, слушай, прав ли я? Простая русская семья, гостям усердие большое, варенье, вечный разговор про дождь, про лен, про скотный двор. В том еще беды не вижу. Да скука! Вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу, милее мне домашний круг, где я могу опять эклога. Да полный мир, ради бога. Ну, что ж ты едешь? Очень жаль. А, кстати, Ленский, а нельзя ли увидеть мне Филиду эту, предмет и мысли, и пера, и слез, и рифм, эцетера? Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас они с охотой примут нас. Поедем. Поскакали други, примчались. Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известный угощения. Несут на блюдечках варенье. На столик ставят вощиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Подслушаем теперь украдкой героев наших разговор. Ну что же, Онегин, ты зеваешь? Привычка, Ленский. Ну, скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорей, пошел, Андрюшка.
такие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала вреда. Скажи, которая Татьяна? Да, та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь-в-точь Ван Диковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал, и после во весь путь молчал. Меж тем, Онегина явление Лариных произвело на всех большое впечатление, всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой, все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха, Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали. А свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала украдкой такие сплетни, тайком, с неизъяснимой отрадой, невольно думала о том. И в сердце дума заронилась. Пора пришла. Она влюбилась, так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение сгорало негой и тоской. Давно сердечное томление томило ей молодую грудь. Она ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала: это он. Увы, теперь и дни, и ночи, и жаркий одинокий сон. Все полно им, все деве милой безумолку волшебной силой твердит о нем. Докучны ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги. В уныние погружена, гостей не слушает она, и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Настанет ночь. Луна обходит дозором крайний свой лес. И соловей в англе древес напевы звучные заводят. Татьяна тишинник спит и тихо с няней говорит. Не спится, няня, здесь так душно. Открой-ка, да сядь ко мне. Что там? Что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я бывало хранила в памяти немало старинных были, небылиц, про злых духов и про девиц. А нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла, да. Пришла худая череда. Зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня, в наше лето мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница свекровь. А как же ты венчал с няней? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне 13 лет. Недели две ходила сваха к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакал со страха, мне с плачем косу расплели, да с пением церковь повели, и вот вели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Не то, что, милая моя, я плакать, я рыдать готова, дитя. Я краплю святой водой, ты вся горишь. Я не больна, я знаешь, няня. Дитя мое, Господь.
плоть с тобою. И няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Вдруг мысль у нее родилась. Поди, оставь мне одну. Дай няня мне перо, бумагу, да стол подвинь, я скоро лягу. Прости. И вот она одна, все тихо, светит ей луна, облокотясь Татьяна пишет, и все Евгений на уме. И в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено. Татьяна, для кого ж оно? Я к вам пишу. Чего же боль? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите. Сначала я молчать хотел, поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда в надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Но говорят, вы не люди, души в деревне все вам скучно, а мы ничем не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас в лучших забытого селения? Я никогда бы не знала вас, не знала бы горького мучения. Души неопытные волнения смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга. Была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой нет. Никому на свете не отдала бы сердце я. То вышним суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом. До гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях не являлся, незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. Давно? Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся одумлела, запылала. И в мыслях молвила, вот он. Неправда, я тебя слыхала, ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала, или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение, не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью, не ты, с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул. Кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель, мои сомнения разреши. Быть может, это все пустой обман неопытной души, и суждено совсем иное, но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вверяю, перед тобой слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым взором надежды сердца оживи, или сон тяжелый перерви, увы, заслуженным укором. Кончаю страшную перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя веряю. Но день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет и нет. Бледна, как тень, с утра одета, Татьяна ждет. Когда ж ответ? Смеркалось. На столе блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился легкий пар. Разлитый Ольгиной рукою по чашкам темную струёю, уже душистый чай лежал и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, на стёклах ладные дыша. С
задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на туманенном стекле заветный вензель «О, да е!» А между тем душа не ныла, и слез был полон томный взор. Вдруг топот кровью застыла. Вот лишь еду и на двор Евгений! Ах, и легче в тени Татьяна прыг в другие сени с крыльца на двор и прямо в сад летит, летит. Взглянуть назад не смеет мигом, бежала куртины, мостики, лужок, аллею к озеру, лесок, кусты сирен переломала по цветникам, летя к ручью и, задыхаясь на скамью, упала. Здесь он, здесь Евгений. О боже, что подумал он? Мне сердце полное мучений хранить надежды, томный сон. Она дрожит и жаром пышет, и ждет, не идет ли, но не слышит. Вот, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей, пошла, но только повернула в аллею. Прямо перед ней, блистая взорами, Евгений стоит подобно грозной тени, и как огнем обожжена, остановилась она. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне нужно после долгой речи погулять и отдохнуть. Докончу после как-нибудь. Тем легче нравимся мы ей, тем ее, вернее, губим средь обольстительных сетей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Красавицу он уж не влюблялся, оболочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, оставлял без сожаления, чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость. На вист вечерний приезжает, садится, кончилась игра, он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет вечеру. Но получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милой бледный цвет и вид унылый, и в сладостный безгрешный сон душой погрузился он. Вот, может, чувствий пыл старинный им на минуту овладел, но обмануть он не хотел доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим. Встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали. Но к ней Онегин подошел и молвил: «Вы ко мне писали. Не опирайтесь, я прочел в душе доверчивое признание, любви невинное излияние. Мне ваша искренность мила. Она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием также из искусства. Примите исповедь мою. Себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда мне быть отцом, супругом,
приятный жребий повелел. Когда всеместной картиной пленился я в хоть миг единый, то верно, кроме вас одной, невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал, я верно вас одну избрал. Подруги дней моих печальных, всего прекрасного залог. И был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть том порукой, супружество нам будет мукой. Я, сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час, начнете плакать. Ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовил Гименей, и, может быть, на много дней. Мечтам и годам нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью, брат. И, может быть, еще нежней. Послушайте меня без гнева. Сменить не раз, молодая дева, мечтами легкие мечты. Так деревцо свои листы меняет с каждую весною. Так, видно, небом суждено, полюбите вы снова. Но учитесь властвовать собой. Не всякий вас, как я, поймет. В беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей печально, как говорится, машинально. Татьяна молча оперлась головкой, темную склонясь. Пошли домой. Круг огорода явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то. Имея сельская свобода, свои счастливые права, как и надменная Москва. Что было следствием свидания? Увы, нетрудно угадать. Любви безумные желания не перестали волновать молодой души печали жадной. Нет, пуще страсти безотрадной Татьяна бедная горит. Ее постели сон бежит. Здоровье, жизни цвет и сладость. Улыбка, девственный покой. Пропало все, что звук пустой. Меркнет милой Тане младость, так одевает бури тень едва рождающийся день. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, у всей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора, но вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей, читатель ждет уж рифмы. Розы! На вот, бери ее скорей! Опрять немодного паркета! Блистает речка льдом одета, мальчишек радостный народ, коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. Прямым Онегин чаль Гарольдом дался в задумчивую лень. Сосна садится в ванну со льдом,
после дома целый день один. Расчеты погруженные, тупым кием вооруженный, он на бильярде у два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт. Перед камином стол накрыт, Евгений ждет. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Ну что соседки, что Татьяна, что Ольга, резвая твоя. Налей еще мне полстакана. Довольно, милый. Вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели в Ольге плечи, что за грудь, что за душа. Когда-нибудь заедем к ним, ты их обяжешь. А то мой друг судит и сам. Два раза заглянул, а там уж им и нос не покажешь. Да вот, какой же я болван! Ты к ним на той неделе зван! Я? Да, Татьяна именина в субботу. Оленька и мать велели звать. Нет причины к тебе на зов не приезжать. Куча будет там народу, всякого такого сброду. И никого, уверен я, кто будет там? Своя семья. Поедем. Сделай одолжение. Ну что ж. Согласен. Как ты мил! При всех словах он посушил бокал. Соседки, приношение. Потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он был любим. По крайней мере, так думал он и был счастлив. Сто крат блаженка предан вере, то хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек, весенний впившийся цветок. Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил. Тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе, на третью ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли, забор, на стеклах зимний узор, легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко усланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко и все бело кругом. Зима! Крестьянин торжествуя на дровлях обновляет путь. Его лошадка снег, почуя, плетется рысью как-нибудь. Разды пушистые взрывая, летит, кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в клубе, в красном кушаке, вот бегает ворудом мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с ее холодной красою любила русскую зиму. На солнце иней снег, день морозный, и сани зарею поздной сияние розовых снегов и мглу крещенских вечеров. Но вот багряную рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон, целыми семьями соседи съехались в пасках, кибитках, бричках и санях. Впереди толкотня, тревога, в гостиной встречу новых лиц, лай мосих, чмок и не девиц. Шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилец, крик и плач детей. И вот из ближнего посада, созревших барышень кумир, уездных матушек отрада, приехал ротный командир. Пошел! Ахнулась! Да какая! Музыка будет полковая! Полковник сам ее послал! Какая радость! Будет бал! Девчонки прыгают заранее, но кушать подали
четой идут за стол рука с рукой. Садятся барышни Татьяне, мужчины против, и крестясь, толпа жужжит за стол садясь. На миг умолкли разговоры, уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, на рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъявят общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настежь, Ленский входит, а с ним Онегин, ах, творец! Кричит хозяйка, наконец, теснятся гости, всяк отводит приборы, стулья поскорей. Зовут, сажают двух друзей, сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней, и трепетней гонимой лани, она темнеющих очей не подымает, пышет бурно, в ней страстный жар. Ей душно, дурно, она приветствий дух друзей не слышит, слезы из очей хотят уж капать. Уж готова бедняжка в обморок упасть, но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом. Драки нервических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений, довольно он их перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит, но девы томной, заметив трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Но чай несут. Девицы чинные едва за блюдечки взялись. Вдруг из-за двери в зале длинной фагот и флейта раздались. Обрадован музыки громом, остали чашку чая с ромом. Парис окружных городков подходит к Ольге Петушков, к Татьяне Ленский, Харликову девицу престарелых лет берет тамбовский мой поэт, умчал Буянов Пустякову, и в залу высыпали все, и бал блестит во всей красе. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. К минуте мщения приближаясь, Онегин в тайне усмехаясь, ходит к Ольге, быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает, заводит речь о том о сём. Спустя минуты две потом вновь с нею вальс он продолжает. Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Буянов, братец мой задорный, герою нашему подвел Татьяну с Ольгою. Проворно Онегин с Ольгою пошел. Ведет ее, скользя небрежно, и наклонясь ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал. И руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул сам не свой. В негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Но ей нельзя, нельзя, но что же, да Ольга слово уж дала Онегину. Боже, Боже, что слышит он, она могла, возможно, чуть из пеленок, кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена. И в силах Ленский снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его.
моя история. Лицо нас новое зовет. В 5 верстах от Красногорья деревни Ленского живет. И здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкий. Некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый постой. Отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век. Он был не глуп. И мой Евгений, не уважая чувства, в нем любил и дух его суждений, и здравый толк о том о сём. Он с удовольствием бывало видался с ним, и так мало поутру не был удивлен, когда его увидел он. Тот после первого привета, прервав начатый разговор, Онегину осклабил взор, получил записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел. То был приятный, благородный, короткий вызов. Иль Картель учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения после такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений. Остаться доли не хотел, имея дома много дела, тотчас вышел, но Евгений, наедине своей душой, был недоволен сам собой. И по делу. В разборе строгом на тайный суд себя призывав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что на любовью робкой, нежной так подшутил вечер небрежно. Во-вторых, пускай поэт дурачится. В 18 лет оно простительно. Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и с умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Теперь уж время улетело, того он мыслит, в это дело обязался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов, но глупость, хотня глупцов. И вот общественное мнение. Пружина чести, наш кумир, и вот на чем вертится мир. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский, Зарецкий, Жернов осуждал. Идет Онегин с извинением, но где же, мол, с изумлением, Зарецкий, где ваш секундант? В дуэлях классика педант любил методу он и чувства, и человека растянуть. Он позволял не как-нибудь, а в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины, что похвалить по нему должно. Мой секундант, сказал Евгений, так вот он, мой друг месье Гильё, я не предвижу возражений на предложение мое, хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный, Зарецкий губу закусил. Онегин Ленского спросил, что ж, начинать? Начнем, пожалуй, сказал Владимир. И пошли на мельницу. Пока вдали Зарецкий мой и честный малый вступили в важный договор, враги стоят под взором. Враги! Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно
Врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться им, пока не обогрелась их рука. Не разойтиться полюбовно. Но дико светская вражда боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули. Гремит шопал молоток. В граненый ствол уходят пули. Щелкнул первый раз курок. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется. Зубчатый надежно ввинченный кремень взведен еще. За ближний пень становится гильё смущенный, плащи бросают во врага, за Рецкий 32 шага отмерил с точностью отменной. Друзей развел по крайней след, и каждый взял свой пистолет. Теперь сходитесь хладнокровно, еще не целя во врага, походкой твердой, тихо, ровно, четыре перешли шага, четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений. Приставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал так же целить, но как раз Онегин выстрелил! Пробили урочные часы. Поэт роняет молча пистолет. На грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть. Не муку, как медленно по скату гор на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая. Мгновенным холодом облит Онегин к юноше спешит. Глядит, зовет его. Напрасно. Его уж нет. Молодой певец нашел безвременный конец. Вдохнула буря, цвет прекрасный увял на утренней заре. Потух огонь на алтаре. Друзья мои, вам жаль поэта. В цвете радостных надежд, их не свершив еще до света, чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волнение, где благородное стремление и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых, где бурные любви желания и жажда знаний и труда, и страх порока и стыда. И вы, заветные мечтания, вы, призрак жизни неземной, вы, сны поэзии святой. Есть место влево от селения, где жил питомец вдохновения. Там сосны корнями срослись, под ними струйки извелись, ручья соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать, и жницы волны погружать приходят звонкие кувшины. Там у ручья в тени густой оставлен памятник простой. Как быть? Татьяна не дитя. Старушка молвила, кряхтя,
Ведь Оленька ее моложе, пристроить девушку не ей пора. Что мне делать с ней? Всем на адрес одно и то же. Не идут! И все грустит она, да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов, кажется, сватался отказ. Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танею прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось, куда? И снова дело врозь. Что ж, матушка, зачем же стал? В Москву! На ярмарку невест. Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, доходу мало. Довольно для одной зимы. Не то уж дам хоть я взаймы. Старушка очень полюбила совет разумный и благой. Сочлась и тут же порешила в Москву отправиться зимой. Отъезд на день давно просрочен. Проходит и последний срок. Осмотрен, но кибит упрочен, забвенью брошенный возок. А вот обычные три кибитки везут домашние пожитки. Кастрюли, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, эцетера. Но много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач. Ведут на двор 18 кляч. Возок боярский их впрягают, готовят завтрак, пора повара. Горой кибитки нагружают, ронятся бабы, кучера. На кляче тощей косматой сидит форейтор бородатый. Сбежалась челядь у ворот прощаться с барами. И вот уселись. Возок почтенный, скользя, ползет за ворота. Простите, милые места, прости, приют уединенный, увижу ли вас, и слез ручей у Тани льется из очей. Но вот уж близко, перед ними, уж в белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мной вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот окружен своей дубравой Петровский замок, мрачно он недавнего гордился славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы колено преклоненной с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели, в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел! Уже столпы заставы белеют, вот уж по Тверской возок несется через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, вы на воротах и стаи галок на крестах. Всей утомительной прогулки проходит час, другой, и вот у Харитония в переулке возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, четвертый год больной чахотки, они приехали теперь. Им настежь отворяет дверь в очках, в изорванном кафтане, с чулком в руке седой калмык. В гостиной встречает крик княжны, простертые на диване. Старушки с плачем обнялись и восклицания полились. Княжна, Монанж, Паше, Алина, кто б мог подумать, как давно, надолго, милая, кузина, садись. Как это мудрено, ей-богу, сцена из романа, а это дочь моя, Татьяна. Ах, Таня, подойди ко мне, как будто брежу я во сне.
И вот по родственным обедам разводят Таню каждый день представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. К родне, прибывшей издалече, повсюду радостная встреча и восклицание, и хлеб-соль. Как Таня выросла давно, я, кажется, тебя крестила, а я так на руки брала, а я так за уши драла, а я так пряником кормила. И хором бабушки твердят, как наши годы-то летят. Татьяна слушаться желает, в беседы, в общий разговор. Но всех гостиной занимает такой бессвязный, пошлый вздор. Шум, хохот, беготня, поклоны, голов, мазурк, вальс, межтень. Между двух теток у колонны, не замечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит. Волнение света ненавидит. Ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, в деревне, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам. И в сумрак липовых аллей, туда, где он являлся ей. Так мыслью далече бродит, забытый свет и шумный бал, а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули, и локтем Таню растолкнули, и каждая шепнула ей: гляди налево поскорей. Налево? Где? Что там такое? Ну, что бы ни было, гляди, в той кучке, видишь, впереди, там, где еще в мундирах двое, вот отошел, вот боком встал. Кто? Толстый этот генерал? Те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. И ныне музу я впервые на светский раут привожу. На прелести ее степные с ревнивой робостью вижу. Сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит. Вот села тихо и глядит, любуясь шумной теснотою, мельканием платьев речей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамой мужчин, круг дам, как около картин. Ну это кто? В толпе избранных стоит безмолвный и туманный. Для всех он кажется чужим. Мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что? Сплин и страждущая спесь в лице его. Зачем он здесь? Кто он такой? Уже ли Евгений? Уже ли он? Точно. Он. Давно ли к нам он занесет? Оставил он свое имение, лесов и нив уединения, где окровавленная тень ему являлась каждый день. И начал странствие без цели, доступное чувству одному. И путешествие ему, как все на свете, надоело. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Вот. Толпа заколебалась. По зале шорох пробежал. Хозяйке дама приближалась. За нею важный генерал. Она была нетороплива.
холодна, неговорлива, без взора наглого для всех, без притязания на успех, без этих маленьких ужинок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок дюкомильфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Эй, дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ей ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише при ней по зале и всех выше, и нос и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто бы не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется вульгар. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас пока весново, и вряд ли быть ему в чести. Оно годилось в эпиграмме, но обращаюсь к нашей даме. Невинной прелестью, беспечной прелестью, мила. Она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, всей Клеопатрою Невы, и верно согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хотя слепительно была. Жили, думает Евгений. Уже она? Ну, точно. Из глуши степных селений, и неотвязчивый лорнет он обращает поминутно на тучий вид, напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. Давно ж ты не был в свете, постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Ты женат? Не знал я ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? На Лариной? Татьяне? Ты им знаком? Я им сосед. Ну так пойдем же. Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него, и что ей душу не смутило, как сильно не была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Ей не то чтоб содрогнулась и стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевелилась, не сжала даже губ она. Хоть он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из лишних сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. Он покидает раут тесный, домой задумчив едет он, мечтой тот, грустный, то прелестный, его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письмо, князен покорно просит его на вечер. Боже, к ней! О, буду, буду! И скорее марает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души, холодной и ленивой? Досада, суетность или вновь забота юности? Любовь? Сомнений нет. Увы, Евгений, Татьяну, как дитя, влюблен. В тоске любовных помышлений и день, и ночь проводит он.
ума не немля строгим пением, к ее крыльцу стеклянным сеньем он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет буа пушистое на плечо. Или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает, как он не бейся, хоть умри, спокойно дома принимает, в гостях с ним молвит слово три, порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит, кокетства в ней ни капли нет. Его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, ей или не видно, или не жаль. Онегин сохнет и едва лишь не чахоткою страдает. Все хором шлют его к врачам, все хором шлют его к водам, а он не едет. Он заранее писать капрадедам готов о скорой встрече, а Татьяне и дела нет. Их пол таков. Дни мчались, в воздухе нагретом, уж разрешалась зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его, впервые свои покои заперты, где зимовал он как сурок, двойные окна, камелек, он ясным утром оставляет. Несется вдоль Невы в санях, на синих иссеченных льдах, блистает солнце, грязно тает на улицах разрытый снег, куда по нем свой быстрый бег стремит Онегин. Вы заранее уж угадали, точно так. Примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца по кружи, нет ни одной души в прихожей, он в залу, дальше никого. Дверь отворил он, что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна, письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит. И она Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной, угасший взор, молящий вид, немой укор, ей внятно все. Простая дева, с мечтами, сердцем прежних дней, теперь опять воскрес в ней. Она его не подымает, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтание? Проходит долгое молчание, и тихо, наконец, она довольна. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Я любила вас. Но что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Неправда, вам была не новость, смиренной девочке любовь. И нынче уже стынет кровь, как только вспомнил взгляд холодный, эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда неправда ли в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна?
что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор? Не потому, что мой укор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь? Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда в моей было власти, я предпочла обидной страсти этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам. А нынче что к моим ногам вас привело? Какая масть? Как с вашим сердцем и умом быть чувство мелкого рабом? А мне, Онегин, в пышности это, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера. Что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад. За полку книг, за дикий сад, за наши бедные жилища, за те места, где первый раз Онегин видела я вас. Да за смиренное кладбище, где нынче крест, а тень ветвей над бедной няней моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать, для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор, внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался. И здесь героя моего, в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим. Надолго, навсегда. За ним довольно мы путем одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно не правда ли? Пора!